Так, теперь займемся грунтом. То есть мы возьмем эту штуку, перейдем в Edit Mode, да? Сколько у нас здесь этих? Давайте мы сделаем так. Ctrl-R и так. И раздвинем по Y. Где-то вот так, да? В итоге у нас получается следующий объект. Вот. Нет, давайте Edit Mode. Так, 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 3, да? Можно еще одну поставить. В принципе, Ctrl-R. Вот так, поставили еще одну. И теперь мы создадим некоторые неровности. Тут, тут, тут и тут. Мы сделаем следующее. Мы скажем subdivide. Да? Видим, что неровности уже у нас есть. Если мы ими довольны, ради бога. Если нет, то тогда еще вот так. Немножечко, да? Рандом можем сказать, что они случайные тут совершенно. Вот так. Так, высоту посмотрим, можем уменьшить, можем увеличить, но нам сильно не надо увеличивать. Вот так вот. Ну и в принципе и все. Получили. Так, теперь мы можем это дело. Стоп, нет, это вообще нам не нужно. Я к тому, чтобы немножко подкрашивать эти вещи сразу же. Так, ну-ка давайте выделим. Так. Хотя бы, как говорится, провизуришь временно. Так. Окей. Пойдем сейчас вот сюда, скажем так, новое, напишем, что это grass. Grass. И возьмем цвет какой-нибудь. Ну, вот. Такое, только более такое зеленоватое. Окей. Сезон, скажем, и смотрим. Ага. Да. Вот. Это не так надо было делать. Уничтожаем это все. Уничтожаем. Потому что, ребята, сейчас я объясню, почему я это сделал. Так, давайте мы поставим солнышко, что ли. Лифт. Солнце давайте поставим. Где оно у нас? Поднимем повыше. Вот так где-то, да? Пускай так будет. Как будто в зените. Солнце в зените стоит. И немножко посветлее. Так, хорошо. Теперь этот джип что-то я окрасился с какого-то рожна. Давайте-ка мы это все удалим. Удалим все. Вот так, так, хорошо. Вот так. То есть сначала нам надо сделать коричневую эту штуку. Мы сделаем следующее. Мы возьмем сейчас коричневый цвет. Такой. Ну вот. Так где-то, допустим, да? Вот такой. Песчаный, как бы, да? Так, а теперь дальше мы уже с вами сможем сделать следующее. Пойти в Edit Mode, выбрать эти объекты. Да, что ж такое-то? Так. И эти объекты выбрать. Вот так.
и сказать, что нам к этому материалу нужно прибавить еще один материал. Именно поэтому я раньше не понимал, почему происходит такая гадость. Все окрашивается, я хотя и выбрал, да, но оно все окрашивается. Ну, допустим, пока вот так сделаем и скажем, стяжу. Вот так у нас теперь это есть. Но единственное, что мы, естественно, можем ее как угодно делать, какого угодно цвета. Ну, допустим, пока вот так сделаем. Теперь давайте займемся травой. То есть сначала мы скажем так, что частички создадим партиклы и скажем here. Вот он. Видите, по всем пошел here. Ну окей, пошел так пошел. Вот единственное, что у меня коричневое, вот это мне не нравится, да? Ну давайте мы сделаем следующее сейчас. Я попробую изменить это тем, что я возьму центральный этот, где-то у нас материал-то. Материал у нас, да? Давайте сделаем его зеленым, пускай все будет зеленое, и трава, естественно, будет зеленая. А потом уже там дорогу поправим, хорошо? Так, вот так, трава зеленая. Немножечко вот так ее уменьшу, вот так, зеленого. Вот. Так, видим, что у нас здесь полно ненужных вещей, да? Поэтому мы с вами пойдем сейчас в Particle Edit, возьмем вот этот, который вырезает тут все, не нужно нам траву, вот так. Обрезаем, да и все. Так вот. Учитываем то, что если мы тут много вырежем, то у нас будет лысый какой-нибудь такой. Ну, с другой стороны, пускай растет. Это сверху посмотрим. Так, и вот это вот уменьшим здесь. Так. Нет, еще у нас вот этот и вот тут. Есть. Трава у нас готова. Теперь нам надо сделать кустик травы. Сейчас мы его сделаем. Мы возьмем Shift A, пойдем в объект мод. Опять там мы были. Вот здесь Particle Editor. Да? Теперь мы пойдем в объект мод. Так, видим, что у нас тут все нормально. Трава растет. Это направление травы, честно говоря, уж если на то пошло. Так, мы говорим, что нам нужен беж, нам нужен плейн. Вытаскиваем этот плейн или наверх, или вниз, или в бок. Давайте в бок вытащим. Z, G по Y, да? Вот так. Вытащим. И будем теперь из нее делать травку. Для этого мы уберем кроме нее все. Возьмем. Поставим на попа RX 90 и сожмем, естественно. Ну и вообще она большая слишком для травы, это просто огромная. Поэтому мы с вами сделаем так. Мы сейчас сожмем по X. Вот так где-то сделаем так. И теперь, используя Edit Mode точки, возьмем эти две точки и их вместе соединим. S. Так где-то сделаем так. Далее здесь вот так сделаем. Tens и Ctrl-R. Центральный сначала сделаем, и потом Ctrl-R, скажем, ну, 3. Достаточно будет 3. Так, теперь мы возьмем это ребро. И потянем его по Y. G, Y. Сделаем его как бы треугольный немножко, да, но в то же время сделаем так, что R будем по оси Z и X вращать.
То есть вот так сделаем. Так заостренно, такой вот. Хорошо. И теперь еще мы можем сделать загибульки. То есть вот так вот. Возьмем пропорциональное редактирование. Ну, G. Нет, пропорциональное редактирование нам надо. И G. Это он такой большой, что ли, у меня? Ага. Ты посмотри, какой здоровый у меня G. Так. Конечно, немножко не так. Я думаю, что это пойдет. Можем, конечно, еще немножечко поджать. Так. 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 Так, хорошо. И, короче говоря, можем сделать кустик. Я думаю, что это запросто у нас получится, потому что мы будем выбирать сейчас объект Shift D, вот его разворачивать, R по Z. Вот так вот, допустим, развернули один. Вот, смотрим сбоку, подвигаем. Сюда двигаем. Можем чуть меньше сделать для разнообразия. Так, двигаем. То есть тут полный полет фантазии. Вот так. Так. Два у нас есть. Теперь опять берем этот Shift D. Двигаем, разворачиваем R по X. По Z на 180. Вот так. И ротейшн мы делаем вот так, так, ну и еще, наверное, смотрим сюда сбоку, подвигаем вот так, хватит нам еще один сделать, давайте сделаем еще один, Shift D, Ctrl R по Z, 180. Так, так, и куда мы его сверху смотрим? Мы его липнем сюда. Вот такой кустик сделали травы. Ну и прекрасненько. Можем еще один сюда. Шаг D. Уменьшаем его, разворачиваем на 180, так, и лепим его тоже сюда. Есть, готово. После того, как закончили, мы с помощью Ctrl-J соединяем это все вместе в один объект. Вот так он выглядит, этот объект. И теперь перейдем в Edit Mode. Выделим, вот допустим, можем выделять вершинки. И с помощью Alt-M говорит, что в центр. Тогда у нас будут острые вершинки. Alt-M, центр. Центр. Теперь нам надо этот пивот перевести вниз. Ну, у меня есть такое, по-моему, управление пивотом. Где-то, да, вот, пивот у меня трансфер. Вот так, то button, то есть вниз. Вот, и он у меня теперь вниз. Вы можете просто его подвинуть на этот пивот, подвинуть, если у вас такой нет. Подвинуть сам объект. Так, давайте переименуем это дело, назовем это Grass. Трава
Иначе мы ее не узнаем просто-напросто, когда она нам понадобится. Так, так вот, теперь вот у нас этот ГРАС, да, вот эти направляющие. Опять переходим в партикулы. Так. Здесь партикулы, да? Вот они, партикулы. То есть здесь у нас стоит hair. Так. Нам нужно найти будет и сказать, кто это. Вот это вот кто. Сейчас скажем. Ну, а теперь нам надо будет с вами пойти вот. Вот здесь обычно стоит патч, да? Вот он, патч наш, направление. Нам нужен объект. И объект нам нужен именно вот этот. Вот, раз. Вот. Вот он теперь попался здесь. Теперь нам надо их сделать так, как нам надо, скажем так. Увеличить. Я вижу, тут некоторые вещи мы так и не удалили, да? Интересное кино. Интересно, можно это поправить, если мы пойдем вот артикли здесь и вот тут удалим ненужные нам. Вот так. Да? Ну. Так. Вернемся теперь в объект. Да. Удалились немножко, но не все. Ладно, посмотрим потом, может быть, можно отдельно удалять, кто его знает. Неважно. Факт то, что мы сейчас должны с вами произвести следующее действие еще. И начнем вот с simple. Вот, видите, simple у нас тут. Смотрим, что у нас. Он говорит, что при рендере будет 100 показывать. Мы посмотрим сейчас, сколько у нас здесь. Вот так, допустим, да? И также сделаем по рендерам 35. Ну или давайте побольше сделаем, пускай будет. Так, что еще? Тут можем мы, по-моему, да, высоту делать. Высоту мы можем делать. Так, потом, что еще радиус 2 метра? А вот так вот, да, видите, вот кусочком вот так. Вниз. Вот это отвечает за, где у нас рандом. Вот, то есть различные, то есть по высоте, по это, вот у нас различные, хорошо. Так, тут тоже пролезли травинки, ну ничего. Так, что еще можно сделать, чтобы они как бы... Тут много у меня проплешин что-то. Но это не страшно, потому что... Так, размер. Размер сделали, да? Мы можем еще и этот размер увеличивать. S. Видите? Вот так. Так вот будет трава выглядеть. Окей? А интересно, если я возьму сейчас, ага, выделю и скажу, что мне сейчас надо article editor. И вот это удалю здесь. Что это будет? О, ничего себе. Ну я же могу и добавлять, кстати, мне кажется, ADD где-то должно быть. Вот она, ADD. Я могу здесь добавить вообще-то. А эти убрать. Ну-ка, что это будет? Интересно знать. Вот как даже, да? Происходит. Интересное кино. Так, и в общем вот таким образом
Где у нас тут? Можем мы добавлять children и получать уже траву, какую нам нужно. Да? Тут что-то переборщил, мне кажется. Пускай пока так будет. Без лишних этих, и все будет хорошо. Так, переходим в объект мод. Да, видим, здесь покрыто травой, здесь нам не надо, поэтому тут тоже мы удалим сейчас вот эти вот ненужные нам вещички. Угу. Вот так. Далее мы с вами пойдем, вот выделим, допустим, это, да, и сделаем ей вот, или вот темно. Нет, ну давайте сделаем дорожное такое покрытие песочное, да, вот такое вот какое-то. Вот так. Так. А траве придадим зелененький. Зелененький, может, темно-зелененький сделать. Вот так. Вот. И вот таким образом сделали. Дальше мы, конечно, можем с вами пойти опять же в партикле, найти эту траву. И с помощью вот этих всех инструментов делать больше, меньше травы, да, делать ее длину, там, по-моему, потом здесь можно как-то разворачивать ее даже, вот, размер ее поднимать, уменьшать, так. Радиус. Вот. Радиус побольше сделать, допустим, да? Если мы хотим. Вот так. Вниз. То есть это уже вот зависит именно от вас. Какую вы хотите траву. Хотите вы ее еще больше? Можно же еще увеличить, правильно? Сколько угодно, вот. Пожалуйста. Но мне это не надо. Почему? Я вам скажу почему. Потому что я здесь хочу ставить другую травку. Еще другие растения. Так как бы увеличивать. Этим самым увеличивать красоту. Ну вот, пожалуй, пока и все, да. Если мы сейчас попробуем ее рендерить, что получится? Ну вот, то, что надо. Видите, вот эта трава. Все прекрасно. Хорошо. На этом закончим пока.